Добрый вечер. В эфире программа «Слухо», и сегодня наш гость Тимур Тедеев. Добрый вечер, Тимур. Добрый вечер. Тимур, наша передача «Слухо», и мы говорим о тех, можно сказать, вещах, которые просто простой обыватель не знает. И, конечно, никто не знает, когда первый раз Тимур взял в руки гитару. Это было очень давно, это конец 60-х годов. Вот. Тогда впервые, я где-то, наверное, в 7-м или в 8-м классе был, тогда впервые в город Цхинвал кто-то привез из Москвы, наверное, или из Ленинграда, оттуда, привез бобину с записями «Битлз». А до этого у нас дома был, значит, как бы, как у всех в это время, патефон или радиола. Вот. И мы слушали, естественно, ту музыку, которую нам предоставляли вот, наши средства, как у массовой информации. Да. Но это для меня и вообще для всех нас, вот, которые вот как-то играли на гитарах. Вот мы тогда начинали играть на гитарах. Вот. И для меня это было вообще как бы... Культурный шок, да? Да, вот именно так. Шок какой-то вот такой, и это было вообще что-то такое. Какая-то эйфория наступила, когда мы их слушали, мы впадали в какой-то экстаз вот такой. Вот такое что-то было, да. Но после этого мы, естественно, я лично и мои друзья, естественно, мы всерьез занялись уже вот этим делом именно. Особенно, когда как-то по центральному или тбилисскому телевидению, там у них передача была, когда показали группу «Битлз», и я увидел Пола Маккартни. Это для меня было что-то вот такое, ну, как будто сверхъестественное, в общем. И с тех пор началось все это, мы начали заниматься. Ну, мы пока изначально играли какие-то вот... Тимур, скажем, давай немножко вот уточним, кто это мы? Это мы, я и мои друзья, значит, которые вот начали заниматься вот музыкой после того, как мы все это увидели, воочию и услышали. Это, значит, барабанщик Руслан Маргиев, он еще учился, он еще художник был. В художественном училище учился. И там тоже ансамбль был, он там тоже играл в свое время. Аланный такой ансамбль был. А у вас какой ансамбль? Как назвать? Иристон, моя первая группа. И Аланный ансамбль тоже эстрадный характер? Тоже была группа эстрадная. Группа была при музыкальном художественном училище Южной Осетии. Очень интересно, это даже я не знал сам. Вот Аланный группа была, очень интересная группа была. Там прекрасные музыканты играли. И он там играл на ударных. Но как-то получилось, что он ушел с группы. Но там в это же время играл на гитаре Суслан Бетеев, угу, в этом же Валанах, в этой же группе. И он тоже, как бы они вместе ушли, ну, как обычно так бывает, ну, переходит музыкальных коллективов. Да. И у них не было бас-гитариста. А я был как бы сам по себе. Вот. И мы как-то вместе начали познакомились, вместе начали вот заниматься музыкой. И группу мы назвали «Ристон». Успешно выступали по нашим клубам югосетинским. Вот участвовали еще, тогда еще конкурс такой был, «Алло, мы ищем таланты». Угу. Таланты мы, «Алло, мы ищем таланты». Мы там участвовали вместе с «Бомварон». А, ну, а у них «Бомварон» — это «Бомварон». Тоже в это же время появилась эта группа. Одновременно как бы мы появились. Но это было как бы государственный ансамбль? Да, но, а у вас была уже... Да, у нас как бы самодеятельный ансамбль. Но как бы уровень музыкантов почти одинаковый был, да, скажем так. Ну, «Бомварон» — более профессиональные музыканты. Ну, в смысле, более профессиональная музыка занимались, потому что они чаще ездили на такие концерты и мероприятия, где вот присутствовали именно такие музыканты. А мы как бы самодеятельная группа. Тимур, у меня вот такой вопрос. Вот что вас тогда, молодых, это все заставляло делать? Вы хотели деньги заработать, это было просто интересно вам было. Вот что вас всего? И по сколько лет вам было тогда? Нам было где-то по 17-18 лет, вот так. Приблизительно. И вот даже так 16. Ваша любовь к музыке заставила вас создать группу? Да, именно любовь к музыке. Больше никаких там таких моментов не было. Что-то заработать или что-то. Об этом вообще никто не думал. Вообще не мы. Но вот когда уже «Бомварон» после школы. Это школьное время, да, вот что я говорю. Но когда уже после школы «Бомварон» уже начал профессионально заниматься музыкой, им дали как бы государственное звание. Да. Был государственный вокально-инструментальный ансамбль. Да, да, да. А до этого «Бомварон» была группой, рок-группой. Они играли рок-музыку. Но после этого им пришлось уже играть, что мы знаем, эстрадную, да, вот, конкретно музыку. Рок-музыка тоже присутствовала, но уже меньше, как бы сказать. Потому что
уже от них требовали уже вот, как бы вот, что звучало у нас на телевидении советском. Вот такие песни патриотические, вот какие-то вот такие вещи, коммунистические, комсомольские. Вот листая как бы вот историю музыкальную историю Южной Осетии, все время натыкаешься на очень интересные факты, да, что у нас был даже джаз-банд, оркестр, у нас был эстрадный ансамбль, то есть их даже было несколько, вот это несколько да, было, да. И камерные ансамбли был. У нас были, и то есть вот что произошло тогда? Это был бум музыкальный это такой, был, или что это было? Это действительно, наверное, скорее всего. У нас было очень много музыкантов, которым нечего было делать, они занимались вот как бы только музыкой, да, или что? Были талантливые очень люди, и музыканты в том числе, и образованные были, и вообще продвинутые в этом плане, в музыкальном. Наш Хинвал был в это время очень такой. Ваш первый концерт, где он состоялся? Наш первый концерт состоялся в доме пионеров, не пионеров, в доме учителя. В доме учителя, да? В доме учителя, да. И, вот, мы там и репетировали, наша группа. Вот я просто хочу, ваши впечатления от вашего же концерта какие были? И что говорил про вас народ? Ну, на наши концерты в основном приходили ребята нашего же возраста. Потому что в то время взрослое поколение, они вот как бы не знали такую музыку. И никогда ее вообще не слышали. Вот, и приходили в основном, а они уже были подготовлены, потому что они «Битлз» слушали в Цхинвале, многие, очень многие ребята, и в школах, и везде. Так что, что мы играли, это им было уже знакомо, именно что там будет. Вот, и, конечно, им было интересно, и нам тоже было интересно вот, общаться. Были очень интересные концерты, и интересное общение вот именно артистов, нас как бы, если нас тогда можно было называть артистами, вот именно с публикой вот такой. Но есть другая сторона этого всего. Вот ваши родители как к этому относились? Очень положительно. Положительно. То есть никакого сопротивления никакого вы не встречали? Никакого не было абсолютно со стороны моих родителей. Наоборот, мне отец, ну, тогда я как бы не зарабатывал таких денег, потому что ну, подросток был, потом юноша, ну, не учился, как бы, и отец мне очень сильно помогал. Он, когда я ему говорил, что мне гитара нужна, если такой гитары не было, допустим, что мне нужно в Цхинвале, то мы ездили в Тбилиси, а там музыкальный магазин был побогаче, как сказать. Да. И мы там покупали, что надо. То есть он мне очень сильно поощрял? Вот. Он сильно поощрял, да. А мама у меня в свое время играла очень хорошо на осетинской, ну, Fender еще. Да. Скажи, вот, пожалуйста, а вот они присутствовали на твоем концерте? Ну, как-то, значит, было... Нет, на первых концертах они не присутствовали, но... Был такой момент в моей жизни, вот, музыкальной. Вот. Значит, как-то ко мне подходит Георгий Гучмазов. Это бас-гитарист и солист группы «Бомбарон». Да. Вот. И в это время, вот, когда уже это после ВИА, когда уже государство нас им дали, и был вот такой случай, значит, и, ну, наверное, у них были какие-то там разногласия, именно чисто музыкального плана, потому что Ахсар Джикаев, он более такой... роковый гитарист был, он хотел играть именно такую музыку. Кого более мягкую музыку играл, допустим, типа. Вот, и как-то у них там, наверное, не срослось в этом плане. И Гога ушел и сделал себе другую ансамбль. Группу. Тоже очень интересная группа была, группа «Файтон». Там очень хорошие музыканты играли. Если я сейчас назову, какие там, кто там играл, ты вообще даже удивишься. На клавишах у него играл Коста Дзугаев. На клавишах? На клавишах. Не знал этого. Прекраснейший музыкант, кстати, очень, очень грамотный парень. Да. Вот сейчас он прекрасный, великолепный... Философ. Да. Так что вот в наших вот таких ансамблях, группах играли вот такие известные сегодня тоже политики, тоже и философы в том числе. Вот. А вот, и он мне... конкуренция... О, то, давай продолжим. Что и он мне, значит, тогда предложил... ну, он не хотел ребят так оставлять без музыканта, бас-гитариста. И он мне предложил, чтобы я поиграл вместо него в «Бомбароне». А в это время как раз наш клавишник нашей группы Иристон уехал учиться в Россию. Вот. А гитариста Суслана забрали в армию. Уже, и как-то уже я был свободен. И я пошел играть в «Бомбарон». Я там проработал где-то 7-8 лет. Как тебя встретили? Ну, они мои друзья были. Мы вместе занимались музыкой. Мы как бы группы разные были, но общались как бы всегда вместе. Вместе как бы, сейчас, как сегодня говорят, тусовались.
Вот, вместе всегда бывали, я у них на репетициях, они у меня на репетициях, я очень сильно дружил с Бужуком, со всеми ребятами я дружил. Вот, меня хорошо приняли. Конечно, когда с коллектива уходит какой-то музыкант, это бывает очень тяжело, всем абсолютно. Но я когда туда пришел, я был как бы свой уже. И им не так тяжело было, понимаешь, как вот, вот это все. И они очень, и мы быстро очень сыгрались, и довольно успешно выступали. И вот твой первый концерт с группой «Бон Ворон». Первый концерт с группой «Бон Ворон», я не помню точно дата, когда это было в 76-м году. В парке культуры. Там тогда прекрасный зал был, я там с ними первый концерт был там. Потом мы приехали в Северную Осетию. К нам тогда еще присоединился очень хороший рок-вокалист Александр Медведский. Он был тбилисский, угу. Тбилисский парень. Но, наверное, там как-то у него не получилось по каким-то причинам с тбилисскими группами. Угу. И когда он с нами познакомился, ему понравилось. Ну, он такой, он пел это, как бы вот такие Deep Purple, там, Led Zeppelin, вот такие каверы пел. И мы ему играли. Вот мы приехали тогда в Северную Осетию. Здесь мы по всем институтам давали концерты. Очень успешно. И нас очень хорошо здесь принимали. Но мы, у нас вот одна такая особенность тогда была. Мы пели... В основном наша программа состояла из осетинских песен. Мы изначально использовали народные песни. Это очень Ахсара заслуга. И наших ребят тоже всех. Народные песни, мы их как бы переложили именно на рок-звучание. И они очень, очень красиво, хорошо звучали. Но были еще свои песни тоже, значит, и свои тексты. И очень часто мы использовали тексты очень известных осетинских поэтов. Даже стихотворение Великого Кустахитагурова мы используем. До сих пор мы используем. С Иром Фендер, у меня несколько песен у самого новые есть. И мы как-то недавно выставляли с моим сыном. Вот в Фейсбуке есть. Если интересно, вам можете. Я уже проследил там все видео. Да. Вот. Чем, ну, вот сегодня вот чем занимается Тимур? Сегодня... Где продолжает играть? Ну, я сегодня нигде как бы вот официально не играю. Но у меня с моим сыном есть проект, который называется «Кройдон». Вот, мы хотели, значит, это как бы группа. Ну, из двух человек группа. И у нас в планах есть, наверное, еще что, к нам присоединится барабанщик хороший, но мы пока не имеем такого барабанщика. И, может быть, клавишник. То есть ты не то, что не оставляешь эту надежду, а просто идешь вперед и дальше хочешь развивать это да, все. Да, у нас но, есть... А взаимоотношения как бы с твоим сыном? Давай немножко остановимся на это. Почему? Потому что твой отец тебе покупал гитару, помогал тебе. Это все преемственность поколений или что? Да. Или ты заставлял своего сына поучиться насильно музыке? Нет, заставлял... я его... Бил его по рукам, когда он неправильно играл. Как это нет, все нет, я его не заставлял вообще никогда. Он просто как бы с детства общался. Вот и находился, мы как бы не всегда репетировали, но мы всегда общались вместе. С нами, когда в «Бон Вороне» «Бон Ворон» пришел, туда пришел Валера Сакаев тоже, но он уже там был. Mm-hmm. Вот, и мы с ним очень дружили, с Валерой, со «Стоима Небесной», «Рух Сагат». Вот, и мы как бы, у нас очень дружный коллектив был вообще. Вот в то время вообще все музыканты города Сургутом сильно дружили вообще. И не было вот такой... Была здоровая конкуренция, как бы сказать. Кто, допустим, лучше сыграл, но как бы кто лучше выступил. И это поощрялось, и это приветствовалось. Естественно, да. Мы и как бы друг друга тоже поддерживали, друг друга. Вот. А насчет Саши, значит, он это, вот в этом как бы варился. Все видел, все слушал. Все видел, все слушал, и он... Как-то откуда-то, значит, у нас с Хсаром Джикаевым, он как-то с «Бон Ворона» тоже уходил в один момент, ушел, значит, и предложил мне, значит, чтобы я с ним поиграл, значит, и, ну, Виа, там приходилось понимать, как бы играть именно вот такие песни. Если тебе конкретно, у тебя свободы не было, понимаешь? Если ты должен спеть какую-то патриотическую, не то что патриотическая песня, это хорошо. Да. Ну, какую-нибудь коммунистическую, комсомольскую песню, что-то такое. Естественно, нам это не нравилось. Мне тоже не нравилось это. Вот. И как вот, выходили из ситуации? Вот, мы выходили из ситуации так, значит. Когда в «Бон Вороне» мы играли, допустим, какой-нибудь, вот, допустим, кавер какой-то известной группы, допустим, западной, типа Led Zeppelin.
то или, допустим, Black Sabbath, вот такое было, то там, значит, там комсомольские лидеры, там, значит, эта песня, короче, допустим, ребят, которые вышли из лондонских окраин, из заводских каких-то, они как бы, это как бы протест, вот это все, и как бы они вот против капитализма, типа вот это что-то вот такое. Что-то приблизительно. Вот. То есть, вот, создавали им свою историю. Да, и как бы от Black Sabbath, это значит, это они против, как его? Империализма. Империализма, типа вот как-то вот так. Что-то. И вот они-то не знали это все. Ну, продвинутые люди там были в комсомоле тоже, которые наши друзья. И они нам, конечно, вот негласно в этом помогали, чтобы мы свои концерты давали. Было такое. Потому что они вместе с нами учились и в школе, и в институте, и вот как-то вот так. Мне вот что важно, интересно узнать твое мнение. Вот 90-е годы наступили, и произошел как бы развал Советского Союза, и в то же время очень многих вся судьба разбросала по всем местам. Да. И Бондарон, можно сказать, его тоже разошелся, и переехали они, кто во Владикавказе, кто остался в Самаре. Да. Сегодня, на сегодняшний день, ситуация с нашей группой, не то что с группой Бондарон, а вообще с музыкальной культурой современной. Какая ситуация у нас? Ситуация в отношении остинского языка музыкальная или вообще всего, в общем? Всего. Музыкальной культуры, имеется в виду рок-группы и все остальное. Вот. Есть в Северной Осетии, ну, в Южной тоже. В Северной Осетии, я про Северную скажу, очень много рок-групп. В Северной Осетии, очень талантливая молодежь. То есть очень прекрасно. Много, это сколько и почему? И как? Ну, сколько я не могу точно сказать, но очень-очень-очень хорошие ребята, музыканты есть, очень талантливые, очень, да, многие из них виртуозно играют на инструментах. Вот. Но нет вот чего-то, вот, допустим, ну, здесь как бы Северная Осетия многонациональная республика, значит, и есть русские, в основном русские группы, есть англоязычные, в основном все играют на поют на английском языке, uh-huh. В основном. Вот. Но есть одна вот такая интересная группа здесь, «Шоковая терапия» называется, uh-huh. Дзев, да. Миша и его брат. Вот, вот они пытаются что-то осетинское тоже. Есть у них песни на осетинском языке, и это очень интересно звучит. Мне очень нравится. То есть это такая же группа, как ваш проект, да, это «Кройдон»? Нет, это не такой же проект. Ну, в смысле, как бы это рок-группа. Да. Она уже состоявшаяся рок-группа, они вот выступают даже здесь, по клубам выступают. Вот. Очень интересные ребята. В общем, мне они очень нравятся. Вот. Но много есть и других групп, но я все группы не знаю здесь. Вот. Насчет Южной Осетии. Естественно, эти все события очень-очень негативно повлияли именно на развитие музыкальной культуры. Не только эстрадной, а и любой другой. И театр вы сами лучше знаете, да. что у нас там случилось. Вот. Так что, я думаю, будет возрождаться это все. Но возрождаться, это мы надеемся все-таки на это. Но что, да, нужно для того, чтобы возродилось? Потому что надо поддержать. Вот почему я спрашивал вот, да, изначально, вот как это все у тебя само начиналось, и без поддержки, без государственной помощи там вы создавали свои группы. Вот последняя, которая группа была, там группа самостоятельная, которая создалась, это «Ночной крик», который ребята собрали, сделали, да, и тоже разбежались, разошлись. Кто-то уехал, кто-то как. Группа «Мемориал», которая сегодня там работает, он на государственной основе работает. Но можно сказать, что особых концертов он не дает ни в Южной Осетии, так и в Северной Осетии. Потому что нет возможности, может быть, на выезд. Да, да, именно. Вот, да. Да, финансовой возможности нет, чтобы это все показать. И дальше ничего. Имеется в виду, дальше ничего не... То есть «Звездный юг», который Альзира своими силами создала, все вложила себя самого туда, тоже так бы дышит на латан, в зависимости от того, какое финансирование будет. Что нужно? Что должны придумать? Я не знаю, там господдержка само по себе тоже говорит об этом, что нужна господдержка. Но с другой стороны, когда это все будет возрождаться самостоятельно? Имеется в виду, когда, опять же, проникнуться музыкой? Это очень, как бы сказать, нелегкий вопрос в том плане, что, значит, сегодня, давай будем поговорим о что сегодня смотрит наша молодежь и слушает по центральным, в первую очередь, по нашим средствам массовой информации. Они получают, значит, по центральным телевидению получают одних и тех же артистов, и в основном это дешевая попса. Вот я против поп-музыки, да, популярной музыки, я ничего не имею. Если это на уровне, mm-hmm. на достойном уровне, это очень красиво и хорошо, зрелищно, скажем так. Вот. Но когда вот дешевая...
Вот эта дешевость преподается, и когда это видят, что вот так можно делать, да, то это очень некрасиво. Дешевая попса, дешевая. Это к музыке никакого отношения не имеет. Это уже, когда я вижу, понимаешь, как вот это, да, то, значит, я смотрю, там, как его, никто не играет на инструменте, никакая группа не выступает, значит, выходит полураздетая девушка, там изображает что-то, поет, но это же не серьезно. Вот это все, и этим кажется нашей молодежи, что вот это есть то, что нужно. Понимаешь? То есть, учитывая то, что ты говоришь, что даже ваши стихи были стихи великих поэтов, да, в вашем, да, репертуаре, да, да, то сегодня не поймешь, о чем поют. Какие тексты поют. Ну, да? Не говоря уже об этом, что музыку вообще сочиняют или нет, или это просто компьютерная музыка, вот это плане. Вот еще один момент, который мы хотим вместе объединить с этим моментом, то, что с дешевой попсой, если это попадает, конечно, в эту тему. Вот что такое кавказская эстрада? Кавказская эстрада. Да, вот которая у нас есть девятая волна, есть вот в таком. Это очень интересно. Да, и плюс еще есть очень много концертов во Владикавказе, которые проходят, да, и плюс еще к нам тоже заезжают, дают свои концерты вот в этом плане. Да. И самое интересное — большой наплыв народа туда. Вот то, что есть же выбор, да, купить билет или не купить билет. Да. Но покупают билет, идут туда, а других не видят. Что это? Ну, я вообще ничего против не имею творчества. Конечно, любого. Абсолютно. Любого. Это, наверное, тоже если это касается, имеет свое место, для публики. Да. Вот это все. Но это музыка, которая сейчас к нам идет, допустим, из Кабардино-Балкарии, из Чечни. Это ихняя музыка, понимаешь? Это для них хорошо. Но у нас в Осетии, в Северной и Южной Осетии, да, в свое время было что-то другое. Была рок-музыка, играли джаз, прекрасно здесь. Ну, я об этом сказал. Поэтому, а сегодня, понимаешь, как вот сегодня наши же музыканты, наши же певцы подражают именно вот им и поют вот осетинские песни под их ритмическую, под их ритмы. Это я считаю, что можно одну песню спеть, но чтобы целый концерт, короче, кто-нибудь из наших певцов под кабардинцев или под чеченцев играл и пел, это я считаю, что это неправильно. Надо что-то свое. Но в этом виноваты, конечно, музыканты взрослого поколения тоже, потому что они не дают концерты. В чем? Вот не дают концерты. Почему не дают концерты? Нет у них возможности, наверное, скорее всего. А у них те, которые просто... Скорее всего, там больше поощряется, наверное, я не знаю, пускай на меня не обижаются министры нашей культуры. Там, наверное, больше поощряется со стороны государства, со стороны министерства культуры, допустим, Чечни, больше поощряется. Это ихняя музыка. Это для них хорошо. То есть мы говорим опять о государственной поддержке, да, музыки? Естественно. Что это должно быть? Вот естественно. Должно быть какие-то... Раньше клубы работали. Допустим, даже в школах были ансамбли. А сегодня в школах их вообще нет. Именно вот такие эстрадные группы были. И, да, даже не эстрадные, и другие какие-то. И театр, что-то. Еще у нас во Дворце пионеров, в Доме пионеров у нас был ТЮЗ, допустим, скажем. Ну, вот возвращаясь опять вот к теме господдержки, когда я разговаривал с одним чиновником, высоким чиновником из культуры, то он мне прямо спросил: а скажите, пожалуйста, какая господдержка была у той же группы «Битлз»? Какая поддержка была у той же группы The Purple? То есть я не смог ничего ответить, потому что в этом характере. То есть почему именно нашим группам нужна государственная поддержка, почему они сами не могут организовать и выйти на свет, заработать свои деньги и опять же пустить их в оборот и заработать опять на жизнь? Зачем им господдержка, если это нравится народу? Вот вопрос. Ну, дело в том, что мы пока как бы не отошли от тех старых стереотипов, которые были тогда. Да. Потому что сколько поколений прошло с развала Советского Союза, скажем так? Вот второе поколение, вот, ну, мы советские. Первое, ну, два поколения, одно поколение, скажем так, и все. Вот, и как бы это у нас осталось. Но у нас есть препоны. Понимаешь, чтобы сегодня, допустим, какая-то вот группа, чтобы она вышла на сцену, и на большую сцену, я уже не говорю на сцену, на большую, им нужна аппаратура. Или первый толчок, скажем так. Качественная музыка. Качественная музыка. Если я куплю плохую аппаратуру, какую-то выйду, еще что-то, какую-то муру буду играть, допустим, на очень некачественной аппаратуре, кому это может понравиться? Хорошая аппаратура сегодня стоит дорого.
Вот для этого, если были клубы, где есть вот эта аппаратура, и там бы разрешили, допустим, или выборочно разрешили, допустим, как бы конкурс устроили, чтобы кто-то мог заниматься в этом клубе, допустим, и играть на этой аппаратуре, и потом после этого гастролировать с этой аппаратурой, допустим. Вот тогда бы, вот это я считаю, очень большой поддержкой было именно для вот такого ансамбля. А сегодня же этого у нас нет. И в то же время мы видим... У нас и студии нету никакой-то, куда бы я мог обратиться и записать, допустим, или кто-то другой. И в то же время мы видим, да, что у нас на сцену выходят с осетинской песни, да, выходят под гармошку, собирают целые залы, да, это все поют. И получается так, что поют-то все под фонограмму. Конечно, под фонограмму. Или я не прав? Прав. У нас гармонисты сегодня, да, в Осетии, да, уже вживую не играют, как раньше играли. То есть гармошка тоже идет в записи? В записи идет обязательно. Я очень это что, вижу. Это развитие культуры или деградация? Это культуры? Деградация самая настоящая. То есть завтра мы просто получим, то есть можно выходить и ничего не говорить на сцене, а просто за тебя все скажут. Да. Дело в том, что вот про те концерты, которые вот мы с тобой говорим, там, Ирлан, да, мне, допустим, да, для моего концерта, да, допустим, это рок-концерт, да, нужна аппаратура. Она должна быть серьезной аппаратурой. Она очень чтобы она вживую играла. Чтобы она вживую играла, чтобы я вот преподнес качественную музыку. Ну, я не буду говорить, но одна гитара, да, нормальная, хорошая гитара, стоит где-то около 50 тысяч сегодня. Это самая низкая цена. Самая низкая цена, да. А другие гитары, допустим, китайские, они не строят. Вот ты играешь, да, и во время игры у тебя расстраивается, это некрасиво. Поэтому качественная аппаратура стоит дорого. Она стоила тогда тоже, а сегодня еще дороже стоит. Но чтобы это, чтобы вот группа, допустим, да, рок-группа или эстрадная, или джазовая группа выступала, для этого нужна ему аппаратура. Не у каждого музыканта сегодня есть возможность купить себе, допустим, кабинет с усилителем, который стоит где-то около 200-300 тысяч. У государства есть такая возможность. Вот я почему говорю, вот, допустим, в клубе поставить аппаратуру, да, и чтобы была какая-то, ну, как бы по-старому комиссия, да, и желающие пришли, допустим, я пришел туда и говорю, вот я группа, и они меня слушают, допустим, да. И если, допустим, я нравлюсь, то мне разрешают там заниматься и потом выступать с этой аппаратурой. Тогда уже у меня есть какой-то стимул играть и вживую. А сегодня я им и записался на студии, да, гармошку тоже вживую записал, и ухатте азарте. И все. И потом открывай рот и выходишь и собираешь залы. И людям, молодежи и нашей публике так кажется, что вот так надо. А это не так совсем. Раньше же не так было. Ну, хорошо, давай, допустим, так сделаем, такой ход тогда вопроса сделаем, что если у вас все это есть, то, что ты говоришь, да. Там качественная аппаратура, да, да. Качественная музыка, все. Да. Зал можно собрать? Конечно, можно собрать. А стадион? И стадион можно собрать. То есть, учитывая то, что ты сказал, что во Владикавказе очень много рок-групп, можно собрать один большой рок-концерт со всеми. Можно, такой можно. Рок-фестиваль свободно. Сделать. Это было вообще великолепно. С учетом, опять же, той аппаратуры необходимой, да, которая, да, там, да, есть. Да. То есть, мы можем стадион собрать? Запросто. 100%. Во сколько это... То есть, имеется в виду сбор какой со стадиона может быть? Чтобы окупить, как говорится, все эти расходы. Я к чему говорю, что может нас слышать какой-нибудь человек экономически подкован, да, вот в этом плане. И подумает, что а почему нельзя на этом заработать? И помочь тем же музыкантам сделать свой бизнес и назвать себя в конечном менеджером-продюсером. Да, вот, можно, прекрасно было. Вот я к чему говорю, что государственная поддержка, она бывает иногда и разовая, иногда вообще его не бывает. Не бывает, да, скорее всего. Да, скорее всего, не бывает. Да. Но учитывая, что если даже она разовая, ты не сделаешь того, что ты хочешь, да, во всем этом плане. Потому что я говорю, что есть моменты, когда ты идешь по рынку или в видеосалон заходишь, имеется, где продаются диски, да, то видишь, что все это продается, а вот хорошей качественной музыки, имеется, рок-концертов их нет. Нету. Вот есть ли в ближайших планах у Тимура записать как диск того же проекта «Кройдон» или что-нибудь еще другое? Есть у нас песни готовые, мы уже работаем сейчас над этим. Естественно, мы работаем как бы в домашней студии, потому что другой возможности у нас нет. Но мы стараемся как бы приблизительно качественно это делать. Качественно это делать. Конечно, это не получится, как на Эбби Роуд в Англии, в Лондоне, но ну, как-то мы стараемся. Мы стараемся, у нас диск, наверное, выйдет к весне. И концерт тоже мы собираемся дать. Ну, естественно, надо подготовиться чисто финансово, скажем, в первую очередь. Вот. А потом, наверное, будем давать концерт. Сами.
Сами будете уже давать концерты? Сами, да. Потому что надежды ни на кого нет, то есть сам не сделаешь. Там. Ну, это понятно вот в этом плане. И какой песни превалируют в вашей новой программе? На осетинском языке? Мы поем на осетинском языке. Все на осетинском языке, да. Как вы думаете, это будет интересно публике? Я скажу так. Вот такую музыку, да, в Северной, вижу, на Осетии давно не слышали. Мы когда вот с Бумовороном приезжали еще тогда, в 76-м году, здесь очень-очень хорошо принималась эта музыка. Потому что рок на осетинском языке, это прекрасно просто. Это очень, кстати, наш язык осетинский очень хорошо садится под такую музыку. Наверное, все-таки как-то, я не знаю, почему, но очень-очень красиво это звучит. И тогда звучало, и прекрасно здесь принимали нас, и в Южной Осетии, и в Северной Осетии. Вот с тех пор, естественно, конечно, никто этим делом здесь не занимается. И не в Южной, в Южной Осетии, вот про мемориал, кстати, я хотел сказать. Мемориал – это не тот мемориал, который в 79-м году был. В 79-м году у нас была группа «Мемориал». И из того мемориала здесь, в этом мемориале, только клавишник Вова Албуров и Валера Кабулов, барабанщик. А там еще Хсар играл, Джикаев, и я играл. Вот, и мы пели тоже на осетинском языке, и у нас такие конкретные, очень красивые роковые композиции были. Какие-то песни мы восстановили с моим сыном, мы их записываем. Сколько времени вас отнимает в день вот, работа в вашем ансамбле, в группе? А времени там никто. Иногда вообще целый день вообще. Иногда, ну, как-то бывает так, что у нас очень часто, мы часто обычно спорим с ним, потому что он музыкант более современный. И рок-музыка тоже подразделяется на разные. Конфликт поколений есть все-таки? Ну, чисто в творческом плане. Да, в творческом есть? Да, да, есть, конечно, да. Есть. Потому что есть же такое видение, если что у нас, уже... У меня старый стиль, допустим, игры. Игры, а он современный музыкант. Но мне легко с ним. Почему? Потому что он как бы то, что мы играли, он это знает. Многие современные музыканты, то, что мы играли, вот, в смысле, тот старый стиль, да, старый подход к музыке, как бы, есть старая школа, они не занимаются, они как бы привыкли вот, играть здесь свое, современное, и все, и это они хотят играть, или не могут. Вот, а Саша, он как бы универсальный в этом плане музыкант. Он может играть и то, и современно, и вот так. Он сам расскажет, наверное, скорее всего. Да. Скажите, пожалуйста, а вот слова какого автора вы чаще всего используете в ваших композициях? Изначально мы использовали слова Костаха Хедагурова. И в «Бумвороне», и сейчас тоже у нас есть несколько композиций на его слова. Мы вот выставили новогоднюю его песню, чисто вот таком в роковой обработке. Ну, есть свои тексты. Свои. То сами есть, сочиняете сами, да? Сами тоже пишем, да, тексты. И, ну, используем современных поэтов тоже. Вот. Ну, в общем, вот, когда вот так. Ну, у нас в диске всего 12 песен, там очень много. Но в будущем, если мы будем продолжать это все делать, то у нас есть очень много интересных поэтов, современных, в Северной и в Южной Осетии тоже. Есть очень много вот, поэтов старшего поколения. Очень интересные люди. Я был знаком с такими известными корифеями, как Исидор Козат Исидор, потом Маргита Коста, прекрасный, вообще великолепный поэт. Потом Хсар Иванович Джикаев, наш гитарист, он очень как-то он мне дал прочесть этого. Алихан Тохат. Это величайший поэт. Я бы сказал, это вообще, ну, это поэт-философ, я бы сказал так. Вот у Хсара очень много песен на его стихи. Вот. Но, Тимур, все-таки вернемся опять в город Цхинвал. И как твое видение все-таки? Что нужно для молодежи сегодня, чтобы привить им вот это направление музыкальное, чтобы они рвались сами, хотели, создавали группы, что-то? Надо им показать. Пример. Надо концерт. Просто несколько концертов дать именно вот так. У меня было, нам концерт дать, я хотел туда пригласить. Если получится, я приглашу, наверное, вот, молодых ребят из Северной Осетии, здесь есть вот, которые сыграют музыку именно, какую надо, чтобы молодежь увидела, их же не видят. Они как бы в андеграунде, понимаешь, они в подполье находятся здесь, в Северной Осетии, в Южной Осетии, ну, пока их нет. Там одна группа была, Саша. Когда Тимур их привезет? Потому что есть у нас киноконцертный зал «Черемя». Да, это прекрасно. Да. Это уже есть, уже можно сказать, можем напечатать афиши, продать билеты.
Самое главное, когда. Потому что я поддерживаю вот все твои слова в отношении того, что надо показать. Надо пример. Показать, да. Чтобы просто увидели, понимаешь, альтернативу вот той музыки, которую они сегодня видят. Они это не видят, молодые, не знают, что это. И серьезный такой вопрос в этом плане. Тебе не кажется, что если мы не начнем сегодня, то завтра опоздаем? Да, уже опоздали. Мы уже опоздали. Уже опоздали. Значит, надо наверстать все это. Да. Тимур, спасибо тебе за интересный разговор. Я думаю, что мы еще встретимся с тобой уже после твоего концерта в городе Цхинвал. Будем надеяться, что получится. Спасибо. Всех благ. Спасибо. Спасибо вам тоже. Спасибо всем тем, кто нас слышал. До свидания.